Накануне Нового года в Славянскую ЦРБ приобретено современное медицинское оборудование. Первые пациенты уже прошли обследование. В декабре в Славянской центральной районной больнице началась установка нового современного компьютерного томографа, приобретенного в рамках проекта здравоохранения. Стоимость оборудования – 24 миллиона рублей. Компьютерный томографический комплекс «Электрон» российского производства. Он был выпущен на Ленинградском заводе. По техническим характеристикам ничем не уступает импортным аналогам. Первые пациенты уже прошли обследование. Комплекс представляет собой 16-срезовый компьютерный томограф, который будет работать в программе сосудистой для больницы, заниматься диагностикой всех остальных пациентов, амбулаторных и стационарных. Смотрит все части тела, диагностирует все заболевания, дегенеративные, возрастные заболевания, аномалии развития и онкологические все заболевания. То есть онкология смотрится вся, начиная с нулевой и все остальные стадии. Современный томограф – это не единственное оборудование, полученное Славянской ЦРБ. Для офтальмологического кабинета детской поликлиники приобретена современная щелевая лампа, предназначенная для биомикроскопического исследования тканей глазного яблока, синаптофор для лечения косоглазия и ревкератометр, позволяющий диагностировать многие заболевания на ранних стадиях. Получили ревкератометр, тоже, так сказать, очень хороший аппарат, потому что сейчас анатомические недостатки, оптические, в смысле, недостатки глаза, злободневная проблема на первом месте с учетом образа социальной жизни, когда наши дети, подростки имеют очень большую зрительную нагрузку. И, естественно, при поступлении в первый класс процент выявления нарушения остроты зрения, там уже где-то в пределах 10-20%, а старшие классы – это процент даже больше 60-70. То есть проблема на сегодняшний день очень актуальна. И чтобы выявить современные, так сказать, анатомические проблемы, вот в помощь получили ревкератометр. Это, в смысле, улучшенная диагностика, улучшенная, так сказать, оптическая коррекция, естественно, в смысле, динамическое наблюдение пациентов, в смысле, может быть, более с положительными результатами. Новое оборудование появилось и в первой поликлинике. Для диагностики заболевания желудочно-кишечного тракта туда приобретен современный аппарат гастроскоп. Сегодня заболевания желудочно-кишечного тракта относятся к числу наиболее часто встречающейся патологии в мире. Эффективность лечения зависит от того, насколько точно и вовремя был поставлен диагноз. Одним из самых информативных методов исследования является эндоскопический, позволяющий точно определить локализацию патологического процесса у пациента, при необходимости ввести лекарственные средства или провести хирургическую манипуляцию с взятием биологического материала для цитологического исследования. Новое оборудование позволяет все это сделать. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».